Сегодня ночью, 18 августа, в нескольких районах Москвы и Подмосковья были слышны взрывы. Очевидцы сообщают о работе ПВО и замеченных дронах. Сообщается, что звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцово, в Трехгорке и Красногорске. Кроме того, взрыв был слышен в квартале Москва-Сити в районе башен «Эволюция» и «Федерация». Сити опять подорвали. Такой взрыв был. Также сообщается, что один из БПЛа упал на экспоцентр на Краснопресненской набережной в центре Москвы. Информации о пострадавших нет. По данным МЧС РФ, частичное повреждение произошло в одном из павильонов экспоцентра в центре Москвы. Частичное обрушение наружной стены зафиксировано в одном из павильонов экспоцентра на Краснопресненской набережной. Площадь обрушения около 30 квадратных метров, говорится в сообщении. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дрон был якобы уничтожен силами ПВО. Телеграм-каналы страны-агрессора пишут о звуках взрывов в Подмосковье и столице страны-агрессора Москве ночью в пятницу 18 августа. В Москве присутствует нецензурная лексика. Кремлевские пропагандисты сообщают, что воздушное пространство в районе аэропорта Внуково закрыли. По информации, там ввели план «Ковер», который действует, если в небе обнаруживают неизвестные летающие объекты. Украина использовала для атаки на Москву новые дроны «Камикадзе Бобер». Канал 112 ранее сообщил, что жители Москвы массово сообщают о звуках взрыва, а также публикуют видео, на котором, как утверждается, заснят беспилотник над Москвой.